Добрый день. Мы продолжаем цикл наших видеороликов «Слово эксперта». Сегодня у нас в студии эксперт-химик Михаил Косточка. Вот по поводу горных пород. Вы какими методами исследуете горные породы? Горные породы тоже делаются, то есть они делаются в комплексным методом. Это рентгенно-флуоресцентным методом анализа. Устанавливается оксидный состав, то есть и качественный, количественный делается химический анализ. И в комплексе с методом рентгенофазового анализа. Угу. То есть, вот тогда можно установить, какая фаза и, соответственно, какой минерал соответствует какой фазе. Угу. Вот. Уважаемые телезрители, ждите продолжения наших роликов. Ждем от вас обращений, звонков. Приезжайте к нам, мы всегда готовы вам помочь. Всего доброго, до свидания.